Дорогие друзья, совсем немного времени остается до нового 2022 года. В последние минуты года уходящего мы невольно оглядываемся назад, вновь переживаем яркие события, вспоминаем успехи и победы. И, конечно, в эти волшебные мгновения с запахом мандаринов и елки мы стараемся оставить в прошлом все плохое. Сегодня в постоянно меняющихся условиях порой сложно найти точку опоры. Пусть для всех нас таким фундаментом в жизни станут крепкая семья и верные друзья. Ведь без любви и заботы близких невозможно творить и созидать, строить будущее. В этом году мы прошли трудный путь. Было много испытаний и вызовов, которые закалили нас и напомнили о главном – необходимости ценить друг друга, помогать нуждающимся и просто быть добрее. Я благодарен вам за понимание, терпение и участие во всех начинаниях. От усилий каждого из вас зависит благополучие и развитие Ульяновской области. Не сомневаюсь, что вместе, объединившись, мы сделаем родную землю лучше, успешнее и комфортнее, чтобы она действительно стала местом, где хочется жить и работать. Друзья, Новый год – традиционно семейный праздник, поэтому желаю вам встретить его со своими близкими и родными. Пусть в ваших домах царят уют, взаимопонимание и поддержка. Будьте здоровы и счастливы! С праздником! С Новым годом!